Peggy 18. Полиция, помогите! Помогите, полиция! Наркотиками, наверное. А потому что вы меня вяжете, блядь? Я же помощи попросил. Слышь, я пснул в микрофон. Иди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Я говорю про двери. Ты двери покупаешь? Это что означает? Мне не хватает на бургер, давай $100. Спасибо. Это остановись, пожалуйста, мне 50 баксов не хватает на картошку. Ебать, братишка, да ты сегодня плотно хочешь покушать. А, у меня еще на колу не хватает 50 баксов, давай это ограбление. Блядь, ну у тебя неплохая бизнес-стратегия, могу тебе сказать. Но... Бизнес-стратегия захлебнулась. Пулями из дробью из дробовика. Бля, аккуратней, мама зайдет и ее всосешь. Ты чем там занимаешься? Ой, что это всплыло? Говно? Читос? Человек? Нет, это же легендарный бузулузский колбан. Что, блядь, происходит? А, блядь, куда он исчез? Посади его в будку. А кого ты поймал? Кого ты туда засунул? Это получается не то, что мод, это Гаррис мод. То есть это сама игра по себе конструктор для того, чтобы делать что-то. И это вот РП, сделанное на движке халвы в этом Гаррис моде. Чисто обезьянка в клетке. Дети все! Пошел нахуй. Ты что, все столкнулись? Выйдите отсюда! Если ты сделаешь меня своим охранником, я их всех выгоню, вот обещаю тебе. Я тебя выгоняю в особенности. Ты охуел? Тебя почесали? Граждан, блядь. А чё думал, в России живёшь? Ахуй тебе. Сотку, и я тебя освобождаю. Сотку, давай. Ну, Россия, она подкупные. Давай. Так, не-не-не, ты куда бежишь, братишка? Иди, я гуляю. А нельзя карантин. Там коронавирус. Возвращайся в клетку. А я по-твоему кем хочу заразиться? Дичь, блядь. О, привет. А я какой? О, привет. Здорово, братишка. Здорово. Так, 5Б. Все сели. Звонок. Где учитель? Все, нахуй. На каникулы. Ай, блядь, по мне кто-то стреляет. Ура, на каникулы. Ай, больно. Здравствуйте, у тебя есть пицца? Причина убийства то, что я хочу пиццы. Я П. Откройте дверь. Быстро заходим. Тут заложник. Быстро открываем дверь. Стоять. Документы. Предъяви свои. Стоять. Пройдите за мной, пожалуйста. Хорошо, давайте. Потом пойдет. Это обычный прицел. Все, сидите там, пацаны. Все, пацаны, посидите там. Документы вам, блядь, мои нужны. Здравствуйте. Вы вор. Да господи, какой дебил придумал сделать... Пульк, этот капелькой, блин, вот это вот справа всплывающее. А я думаю, что это за херня, что за звук такой? Ну, откуда он? Почему он? Ебаный. Полиция ходит за бомжами и бьет их, просто так. Потому что у нас все хорошо, и полицейским нечего делать. Блять, это отличное у них развлечение. Короче, предлагаю выпустить такой закон, который запрещает нарушать закон. Как вам? Видите, люди поддерживают. Голосуем! Я новый лучший мэр! Я отменю математику! Математики больше не будет! Бля, не открывайте нахуй! Лезьте! Какое пиво? Я мэр, блять, а не продавец пятерочки. Мне похуй, мне пиво надо. Я мэр, блять. В том анекдоте, где мужик пришел в рыболовный магазин за хлебом. А потом... Достал их уже, они уже хлеб завезли. Он такой, хлеб мне не надо, я уже в аптеке купил. Сука. Дайте мне колбасу. Все, ты наигрался. Принимаем наркотики. А, да что? Так, братан, прости, что здесь организовалась встреча, но по твоими окнами теперь буду всегда орать. Мы тебе будем мешать твоему бизнесу. Ты в какой стране живешь, долбоёб? Еба, о, hello, how are you today? Съебал отсюда, блядь, нахуй, я тебя ебал разобью, блядь. Ты же по-английски вроде разговаривал. Какой дерзкий пиздюк. Ебал ты, блядь, отсюда, сука, нахуй. What did you say? How are you? Police, please, 911. Пошёл нахуй, пидор.
Я тебя ебал в рот. Ох уж эти грозные школьники. Агрессоры мелкие. Зачем война? Потому что этот мир должен быть все время в войне. Пиздец. Какого хера? Расстреляйте его, пожалуйста. Ребенок. Блядь, такое предложение сразу, ну давай. Так, все, приват. Приват, уходи, у нас запривачено все. Где тут приват? Не в этом смысле, маленький извращенец, блядь. Нету интима. Тисик нет, иди учи уроки. Это к нам. Я лайкнул мем про Путина. Я про Путина лайкнул мем. Блядь, помогите, я на крыше, спустите меня нахуй. Я думал, прыгай, одумайся. Рус Элит номер 3. Лучше всего подключиться к нему через IP. Вам нужно открыть настройки, клавиатура, дополнительно, включить консоль. После этого нажать Йо или Тильду и написать Connect, пробел и IP Рус Элит 3. Все, приятной игры. Жестко. Ну что ж, спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось и было интересно. Ссылка на оригинал в описании. Там же расписание стримов и ссылки на соцсети. Пиши комментарии, оценивай видео, залетай на стримы, смотри другие видео. До скорой встречи. Пока.